Со времени начала строительства в Красноярске метрополитена прошло уже 1,5 года, и нужно быть слепым, чтобы не видеть, как уже сейчас это строительство изменило облик нашего города. В самом его центре появились таинственные бетонные ограждения, за которыми орудуют краны, и пока только по букве «М» на ворота горожане могут догадаться, что за ними происходит. Сегодня в городе 3 площадки, где ведутся строительные работы. Многие вообще не знали, что в Красноярске строится метро, пока в июле 96 года в самом центре города на площади Революции не начали обносить забором будущего площадку 5-го ствола. Некоторые считают, что метро в Красноярске строится слишком медленно. Я же позволю себе с этим не согласиться. На месте, где мы сейчас находимся, 31 января состоялась торжественная выемка 1-го ковша. И вы сами видите, как выглядит 5-й ствол сейчас, в середине марта. Хотя, стоит ли этому удивляться, ведь работа здесь не прекращается ни днем, ни ночью.